Новый коррупционный скандал. Сегодня прокуратура обнародовала информацию в отношении заместителя мэра Омска. Возбудили уголовное дело. Директора департамента финансов и контроля администрации города Инну Парыгину подозревают в подделке документов для получения беспроцентного кредита на покупку квартиры. Как следует из материалов уголовного дела, 6 лет назад чиновница незаконно использовала меру господдержки. А именно, Парыгина предоставила ложные сведения о своей зарплате. По версии следствия, таким образом женщина получила беспроцентный кредитный займ на сумму почти 1,5 миллиона рублей сроком на 15 лет. В соответствии с законом названная мера государственной поддержки может быть предоставлена гражданину при соблюдении наряду с иными требованиями условия о предельном размере ежемесячного совокупного дохода гражданина, его супруги, несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения за последние 12 месяцев. В результате Инне Парыгиной вменяют две статьи – подделка и использование подложного официального документа и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Позиция Парыгиной пока неизвестна. Чиновница находится в статусе подозреваемой. Обвинения ей предъявлено не было. Заммэра продолжает занимать свой пост.